Всем здравствуйте. Ну, ехали-ехали мы и приехали в Грозный. Ехали на маршрутке, получилось 2,5 часа, потому что расстояние от Махачкалы до Грозного 169 километров. Вот. Ну, приехали, конечно, уставшие, заехали в гостевой дом. Спутник. Называется Спутник, да. Потом я видеообзор сделаю. Неплохой гостевой дом, там и санузел есть, и кровать, как бы, ну, такой номер хороший, аккуратный. Вот. Значит, номер обошелся нам 4500 за две ночи, да, две ночи. Вот. В общем, мы сейчас зашли в кафе Беркат. Вот. Беркат. Читайте. Называется. Кафе Беркат. Угу. Ну и вот цена это какая. На улице. Не скажу. Кешиевой. Хеши Кешиевой. Ну вот цена, посмотрите. Да. Цена. А это вот это все, что здесь обычно. Ну сейчас нет, только вот. Только сейчас. У них сейчас начался праздник с 12 апреля по 12 мая. Вот этот вот их не православный, этот как мусульманский праздник. Ураза. Ураза. Ураза Байрам. Вот, поэтому все кафе закрыты в основном. Почему закрыты? Нам разъяснили так, потому что у них идет пост. И они хотят постить, чтобы не было соблазна. Вот поэтому как бы закрыто. Но все равно где-то кто-то что-то работает. Вот мы нашли, зашли покушать. Вот. Значит, хлеб они просто так дают. Я так поняла, что это... Как бы мы его не оплачивали. Вот взяли, значит. Салат 100 рублей. Это стоит... Это манты. Манты. Значит, порция манты. Вот они вот такие, видите, как интересно. 10 штук. 10 маленькие. Штук, да, маленькие. Но они как пельмени. Да, очень интересно, закрытые защипывают, интересно. А это стоит 140 рублей. Ну вот. Вот и все. Ну все, мы сейчас покушаем, да. Да. Ну... А чаем попили уже там в номере. Да. Все, всем пока. Всем пока.